Всем привет! Я Линдси Стирлинг. Наверное, многие уже слышали мой новый хит «Crystal Eyes». Вот. Я играю на скрипке. Ничуть не хуже самой... Ванессе. Правильно. Чем я вообще хуже ее? Ничем, даже лучше играю. Я тоже хочу отправиться куда-нибудь в мировое турне. Вот, например... Кабо-Верде. Посетить Кабо-Верде. С концертом заехать. Закатекас. Мексиканский штат. Или... Сирия. А может быть... Гренада. Начать с Гренады. О. Ну, куда же? Куда же мне отправиться в мировое турне? Вам поможет Человек-паук. О боже, какое самомнение! О боже! Ну ладно, попробуем тебе помочь как-нибудь. Ветер, дождик, снегопад, с неба кубарем летят. Только что катили-пили, солнце было на дворе. Мы ушли гулять в апреле, а вернулись в феврале. О, с апреля по февраль, мировое турне! Круто! Где же она начнется? В Гренаде, конечно. Гренада, первый бал. Ах, так я вообще замучился. Все, я... Ты, мой розовый ребенок, пятачок мой поросенок, ты хрюкай, не вяжи, тихо с мамой полежи. Все, так что я посплю, может быть, сил наберусь, и тогда тебе еще... смогу помочь. А теперь другие вам помогут. Так. Волк. Такс. Такс. Где там заяц? Ну, заяц. Что там с зайцем? Что с техникой дышу? О, уже. Уже повелился. Заяц, где ты? Сейчас, просто книжка немножко. Вылезай, заяц. Вылезай. Зебра. О, уже заработало. О, все, заработало. Ну, где же этот заяц опять пропал? Куда же он запропастился? Наверное, Кабо-Верде. Первый бал. Ой, пойду искать. Майнкрафт, Стив, корова, крипер и чикен. Так, кто из нас тут человеческообразный? Только Стив. Так что давай, прочитай нам книжечку. Подарил слоненку дед скоростной велосипед и сказал: запоминай, со двора не выезжай, улица не для ребят. Знаю, все так говорят, буду ездить осторожно, только там, где ездить можно. Да, ну у нас слонов нету в Майнкрафте. Может, ты с ним знаешь, где там можно ездить? Можно ездить в Гренаде. Гренада, второй бал. Такс. Спанч Боб рэпер. Так, что это такое? Что? Что это появилось? Я только рэп люблю. Я рэп люблю. Ясно тебе? Все. А пусть эта девушка рассказывает подсказку. Да. Пусть помогает девушка. Все на свете у Танюшки слышат маленькие ушки, пение птичек на заре, смех ребячий во дворе, шелест листьев, капель звон, звуков разных миллион. Вот, а я пойду спать. Смотрит в окно, спать пора.
звездное небо. Ищем... Звезды, Флавик. Кабо-Верде. Второй балл. О, месяц. Закатекас. Первый балл. Сирия. Всюду звезды, Спанч Боб. Не пов. Я иду спать, поехали. Си-3-пио. Да. Угу. Меня звездные войны послали на помощь вам. Вот, я сейчас обходил всю Европу. Да, и нашел некоторые интересные места. Вот, например, Италия, где скрипки играют, гондолы ездят. О, и так, что еще у нас? Испания, где фламенко. О, круто. Есть еще? Также Голландия, где мельницы. Ого. Также Франция, модельера показывают. Круто. Также в Великобритании еще дудилок много. Ну, конечно, да, в России всякие танцы-шмацы. Да, только проблемка одна. Нету Европы-то нету. Ладно. Пойду посмотрю дальше что-нибудь. Поищем. Бендер из Футурамы. Что? Помочь? Линдзей Стирлинг? Да. Ладно, попробуем найти подсказку. Кот. Так. Овца. Сам ты овца. Зебра. Гусь. Ну, действительно, такой гусь ничего не может сделать. Да, ах так, но я не буду помогать. Я буду судиться над Фраем. Да. Пусть тебе эти объекты помогают. Вот, найф. Ну и чем же ты можешь мне помочь? С латышской азбукой. У меня друган есть, Маркус, он поможет вам. Ну ладно, ты, если что, ты из... Это ты ножик из анимационного безумия, если что. Глен. Улитка. Гросс. Гайлен. Цикошес Гайленс и Гроза. Ах, как я люблю это дело, как грибников. Зоопарк. Сон. Да я и так знаю, что в зоопарке. Кузнечик. Солнце. Подсолнух. О, солнечная Сирия. Подойдет. Второй балл. Карусель. Клоун. Клоунс рада юокус. Нет. Я вообще-то не клоун какой-нибудь. Я не в цирке работаю. Кисточка. Так. Я очень много работала. Я разукрашивал весь парк динозавров. Всех динозавров разукрашивал зеленой краской. Потом себе... Фон закрашивал. И еще и тебе закрасил. Фон. Так что динозавры зеленые и фоны зеленые. Зеленые цвета. Так, ну поищи, есть что-нибудь. Сирия. Третий балл. Гренада. Четвертый балл. Тебе надо отдохнуть чуть-чуть. Веер. О, а ты что, чем можешь помочь? У тебя красивые глаза стрелятся. У тебя слух лучший. Да. Лучше, чем у Ванессы Мэй? Да.
Так, что еще? У меня лучше, чем у Ванессы Мэй. Носик красивый. Ага. У тебя кожа белая. И мозги внутри есть. Да. О, и у тебя есть музыкальное сердце. Ты чуешь музыку своим... через сердце. Сердцем, да. Вот. Идем дальше. Ой, ну спасибо, спасибо. OJ, Orange Juice. Выпей соку, будет хорошо, с бодрячка так. Так. Здравствуй, меня зовут Лунчик. Я хочу твоего сока пить. Да? Сок только для Линца и Стерлинга. И для Маркуса. Чем ты заслужил? Сходи-ка ты лучше к Сороке, может, она тебе даст соку. Она мне не дала ничего, эта Сорока. Ну, значит, не заслужил. Возвращайся обратно к себе. На Луне. На Луну. Тут тебе не рады. Так. О, опять я еще не выспался. Ладно, пусть эти котята помогут, а я пойду спать. Спать пора. Спайдермен. Спайдермен. Три кота не хотят спать. Потому что они хотят играть в доктора. И они хотят вылечить всех. О. Ну, и куда же паровозик едет лихо? Гренаде. Да? Гренаду едет лихо. Пятый бал. Всё, надо, наверное, с ним помириться как-нибудь. О, кого я вижу? Цветочек. Давай-ка сорву зайца, отнесу. А ну, отдал мой цветочек! Да. Волк испугался монстра. Да, куда ты исчез сразу? Так, что у нас там дальше? Ну, принцессы хотят чаепитие сделать к вам. Да. Мы подошлем к принцессам Криперса. Не надо нам Криперс. Не хотите, чтобы мой замок будет разрушен. Идем, девочки, отсюда. Куда же? Они ушли, потому что боятся Криперов. Ну вот, испугались Криперса. Не надо больше так обижать зверей. Они иногда бывают хорошие. Вот как... Например, бременские музыканты. Там тоже много зверей хороших. И кот, и петух, и осел, и собака. Чем бродить друзьям по белу свету, тем, кто дружен, не страшны тревоги, там любые дороги дороги. Oh.
Грэ, надо. Ну, шестой балл получает. Дети, так, давай выберем для крутого рэпера крутой транспорт. Вот тебе корабль. Корабль. О, круто. Плывет кораблик белый, танцует на волне. Торопится он к берегу, успеть к тебе и мне. О, куда же он плывет? По берегам Гренады. Эй, возьмешь меня, Спанч Боб? Конечно, детка. Только не скажи Патрику и остальным, что я с ней. Гренада, седьмой бал. Я только что узнал, что тебя в гости приглашает сам кролик из Винни-Пуха. Добро пожаловать. Кролик? Он рад вас видеть, я. Вы проходите поскорей. Я так люблю встречать гостей. Что я буду делать у кролика? У него много меду. Нам, пожалуйста, вот это. Вы достаньте из буфета. Нам всего и понемножку. И еще большую ложку. И там можно встретить коричневого Винни-Пуха. Короче, цитапа. Ну давай поищем. Закатекас. Третий бал. Помочь. Вот помню я, как мы с Фраем вместе воевали с самим Македонским. У него был меч. Вот, у него было много денег. У него даже была катапульта. Вот, но все равно мы победили этого Македонского. И себе забрали его. Коня Буцефаля. Черного при черного коня. Так что ищите. Черный с нами. Сирия. Так, третий бал. Ой, ладно. Так. Ну что ж, хочешь турне? Тогда и обойдешь вокруг света. Да, мировое турне, это вокруг света. Сначала концерты будут в самой Европе, то есть в Англии. Вот. А потом еще в Азии, где Китайская стена была. После Азии концерт будешь делать в Африке. Посмотрите пирамиды. Вот. Там как раз эти пигмеи. Единственная африканская страна, Люба, которая есть, это Кабо-Верде. Ну давай, четвертый бал. Вот. Так. А остальных я послал за... Так, посмотрим, кто из вас доставил экспертов. Наверняка Orange Juice, OJ. Конечно. Ваш эксперт выбрал апельсиновый сок. Зачем ему веер? Зачем ему кисточка? И зачем этому ножику? Да, когда есть апельсиновый сок. И... Сам Шварценеггер сказал, что... Спасибо! Это сок божественный. Да. И даже подсказку нашел. Я нашел тебе, Стирлинг. Это Гренада. Ты будешь концерт делать в городе по названием Сент-Джорджс. Ну, спасибо, раз великий Шварценеггер так говорит... Thank you.
Этому гимну явно не хватает звуков скрипки. Надо это исправить. Итак, отправляется со своим синглом «Crystallize» мировое турне. Гренаде, в Сент-Джордж. Да, начало в Гренаде. В городе Сент-Джордж. Покупайте билеты, пока они еще есть.